Дорогие участники Golden Time Talent и, конечно, новый конкурс красоты и таланта и достижений. Ребята, девчонки, вы все просто супер. Все те, которые уже подали свои работы и приняли в этом участие, вам огромный плюс. Огромный, потому что вы все талантливы, вы все красивы, вы все достойны, чтобы занять и получить первое место. Но есть те люди, которых хотелось бы высказаться и сказать, и обозначить. Это, конечно, молодой человек, который у нас был, Александр. Александр, вы огромный молодец, у вас все на правильном пути, так что идите, дерзайте, и у вас есть задатки даже, может быть, сниматься и в кино, и так далее. Так что пробуйте, вы на правильном пути. Дальше, друзья, хотела бы снять шляпу даже не перед этой девочкой маленькой, а перед ее родителями, которые колоссальный труд и вкладывают этот гранит науки в эту маленькую девочку Юлиана Костенко. Вы знаете, это всесторонний ребенок, она же ездит на лошади, играет и в шахматы, и танцует, и поет, и берет интервью. Друзья, молодцы! Юлиана, ты огромная умница, так дерзать, и докажи своим родителям, что они правильно сделали выбор, что тебя вот так развивают. Так что, родители, низкий поклон вам. Дальше, Нила Липска. Нила, я снимаю перед вами шляпу. Я после вашего интервью захотела пойти на бокс. Я не умею драться, но вы так искусно это делаете, так красиво и так сексуально. Так что вы очень красивая девушка. И то, что вы занимаетесь таким мужским видом спорта, это придает вам харизмы. Тоже вы молодец, и хочу, чтобы вы не останавливались на этом и верили в свои силы. И 10 баллов. Так, следующая участница. Азаренко Евгения. Евгения, вы прекрасно танцуете. Вы замечательно то, что пошли танцевать. То, что не сняли даже клип такой шикарный на свой танец. У вас есть все задатки этому. И то, что вы мама, и то, что у вас есть семья. И вы находите на себя еще время и уделяете такому красивому виду, как танец, бальные танцы. У вас тоже все очень красиво получается. Вы очень красивая, харизматичная девушка. Так что не останавливайтесь, только вперед. Тоже 10 баллов. Снимаю шляпу. Елена Олимпиева. Елена, мы всей командой слушали вас. Все члены жюри, они слушали вашу историю и плакали. Вы огромная молодец, мама. Вам, я так понимаю, что вы воспитываете детей одна. Судя с этого видео, вы молодец, то, что не сдались, то, что находите время на развитие себя. Так что, что можно вам пожелать? Побед и крепкого здоровья. И, конечно, терпения. 10 баллов. Так, дальше у нас энергичная, такая властная, красивая девушка. Поспелова Петрик. Оксана, у вас прекрасные формы. Не сдавайтесь, идите вперед. У вас все вот так. Не только уверенный, четкий голос, как у юриста, но и красивые, правильные формы. Так что вы на верном пути. Одно с другим можно совмещать, если это не мешает вашей основной работе. Так что вы красотка. 10 баллов. Следующее видео. Ну, Анна Маценко, Аня. Вы генетически очень красивы, Аня. Вы то, что занимаетесь, то, что вы фотомодель, это естественно. То, что вы поддерживаете свое тело в прекрасной форме, это вам тоже 10 баллов 100%. Так держать, вы очень генетически красивы. Вы красиво фотографируетесь, вы следите за собой, так что 10 баллов, снимаю шляпу. Дальше. Ну, Елена Висангрева.
Правильно? Писангриева, если я правильно не ошиблась, назвав ваше имя. У вас категория 50+. Я, знаете, вам скажу, девочки, пересмотрите все видео. Посмотрите на Елену и еще на одну участницу. Надежда Гуменюк. Надежда Гуменюк, простите. Вы знаете, это все, это те барышни, которым за 50. Они утерли нос всем. 100%. Всем. Так что дай бог всем в таком возрасте и так выглядеть, и так заниматься собой, телом, развитием. Так что, девочки, вы огромные молодцы, вы красотки. Огромные красотки. Мне тоже захотелось пойти на бальные танцы, на бокс и, конечно, заниматься йогой. И, конечно, пройти курсы обучения красоты в Нью-Йорке.